Добрый день. Как обещала, я сделать видеообзор всех моих пород. Сегодня я вот представляю к вам видеообзор очень красивой породы виандот серебряного окраса. Серебряный виандот, виандот серебро, как его называют. Мясо-яичная порода. Ну, красиво смотрится. Эффектно смотрится порода. Хочу рассказать плюсы и минусы этой породы. Начнем с минусов. Как говорят, сначала плохая новость, а потом хорошая. Начнем с минуса. С минусом, минус в этой породе молодняк. Молодняк очень долго растет. Сначала. Сначала долго растет, долго не оперяется. Крылышки коротенькие, спинка голая. Нужно очень долго тепло. Цыплят лучше выводить ранней весной, чтобы они успели вырасти до осени, опереться. До 2 месяцев так, ну, можно сказать, медленно растут, долго оперяются цыплята. Ну, а потом они берут свой вес, как-то все скоро у них получается, оперяются, выросли, уже догнали все породы, сначала отстают от пород мясных, а потом догнали, перегнали, и получается вот такая шикарная, красивая птица. Начинает нестись около 7 месяцев. Яйцо крупное. Я потом покажу даже яйцо виандотов. Петушок показал хороший оплот. Зиму переносят хорошо. Это как у меня питомник. Вот птицеферма, у меня шлакоблок. Не опаливает, не отапливается ничем зимой. Ну, нужно просто, чтобы не было сквозняков, подстилка была. Я под взрослые куры я даю стружку. Древесную сухую стружку, крупную такую. Без тырсы, без муки. Сухая стружка. Теплая вода дается утром. Каждое утро теплая вода наливается, свежая. На ферме зимой. И прекрасно перезимовывают, переносят морозы. У них гребешки невысокие у этой породы. И прекрасно переносят зиму. Хорошие несушки, хорошие мамы. Садятся на сетки хорошие. Садятся на яйцо, спокойная птичка. Можно спокойно снять яйца, посмотреть кладку. Ну, такие красивые птицы. Виандот, серебро. Лапки в этой породе желтые, желтого цвета. Каждая порода имеет свой цвет еще лапок. Вот данной породы серебряный виандот. Лапки желтого цвета, светлые лапки. Птица хороший иммунитет имеет. Очень редко болеют. Там единственный минус в этой породе, что вот молодняк сначала долго растет, до 2 месяцев, до 1,5 месяца начинает отставать от других пород. А потом, как я говорила, они набирают скорость свою, начинают оперяться. И уже догоняют и перегоняют своих сверстников других пород. Красивая птичка. Эту птицу завезла я себе когда-то с Польши, с выставки в прошлом году. Вот, получилось развести.
Там у меня две линии как раз получилось. И так видно даже по яйцу. Есть яйцо такое белое, круглое, светлое, круглое. А с другой линии курочки несут такое больше кремовое и такое продолговастое яйцо. Я потом покажу вам и обзор яйца Лиандота. Вот такая красота. Вот такие красивые птички. Подписывайтесь на мой канал. Кому понравилось видео, ставьте лайк. Будет много интересного. Пишите комментарии, спрашивайте какие-то вопросы. Будем вместе их рассматривать, решать их. В следующий раз, в следующем видео покажу какую-то другую свою породу. Но это уже другая история. Всем пока!